Всем приветики. Всем привет, ребята. Мы на связи. Почему нас долго не было? Потому что мы вышли на курсы. Сейчас у нас перерыв. Эти два дня был перерыв по 15 минут, а сегодня почему-то решили сделать 30 минут. Да, я думаю, что это окончательно будет 30 минут, потому что во всех школах других... Да, которые... тоже по 30 минут. Все, мне тебе тяжело держать. Держи ты. О, в общем, книжки нам заказала учительница. Да. Мы их пойдем заберем, когда она нам скажет. Да, здесь в нашем районе, кстати. Уже читаем и отвечаем. Уже даже не читаем, уже можем практически говорить. А вообще уже просто. Немножко не так бы хотелось, но с временем, что мы хотим. Мы как бы стараемся. Это первые дни, так что, я думаю, справимся. Сейчас нам уже задание дали домашнее наперед. Сейчас у нас перерыв, мы ждем 30 минут. Дали домашнее задание, выучи слова. Там уже много учить. Эти два дня было мало заданий, а вот теперь уже начинается по ходу. Теперь будет еще веселее и веселее. Если первые дни много дают задания, что будет дальше, я представляю. Кстати, у нас в группе 21 человек. Да, кстати. Это считается нормально, потому что в некоторых... этих школах по 30 человек в группе, это много. Ну, везде по-разному вообще, да. А 21 это нормально? Нормально, да. И как мы заметили, ну, мало кто знает все-таки немецкий, и поэтому вот... Ну, блин, конечно, не знаю. Ну, не знаю, я могу сказать, может, там кто-то... А я могу сказать наоборот. Блин, многие действительно что-то уже знают. Ну, 1-2 человека, Аня. У нас все из Украины, одна девочка из Казахстана. А так все украинцы. А, ну, да, группа. Ну, там еще, я не знаю, кто они по национальности, мама и сын, но они говорят, что они из Донецка. Ну, да. И когда у них спрашивают национальность, они говорят Украина. Угу. Вот. Ну, а, вчера у нас была забастовка автобусов. О, поэтому да. Вчера пришли не все, а пришли только те, кто живет рядом. Мы, конечно же, пришли, потому что нам идти километр. Мы ходим пешком, у нас... С этим нет проблем. Да, 10 минут и вообще хорошо. И рядышком. Как-то так. Так что, ребята, вот такие дела. А у нас ничего нового вообще. Да, насчет курсов. Может, домашнее задание, может, придем покажем. Да не, я сейчас буду уже выставлять видео. Так что такие дела. Всем подожди, пока. Им давай еще что-то расскажем. Что пока? Что? Ну, не знаю. День мороз и солнце, день чудесный, минус 3 градуса. Да, погода у нас меняется каждый день, то тепло, то холодно. Замечаю, утром холодно минус, и вечером очень холодно. Да. То в зимних курточках, сегодня первый день весны, так что надеемся. С праздником вас. Да. С праздником праздник. Всем просто самого лучшего, чтобы это... А ты куда смотришь, вдали? Да, я думаю, чтобы был этот месяц прекрасен. Было тепло. Март. Все. У меня в марте день рождения. Да. Поэтому это по-любому прекрасный месяц. Думаю, что будет все прекрасно. Так, ребята. Думаю, дальше... Настя, сейчас тебя машина собьет. Думаю, уже Аня выставит это видео. А дальше, может быть, уже вечером мы расскажем. Ты вообще ничего не хочешь рассказать? Нет, ну я хочу рассказать уже после курса, как мы придем домой, запишем вечерком видео о том, какое домашнее задание в первые дни на курсах и что мы изучаем на курсах. Более дополнительно. А сейчас мы бежим делать перекус и выпить водички. Мы не едим. Зачем ты врешь? Ну, вообще. Я просто. Не, ну я просто. Мы, да, мы, кстати, не берем с собой ничего. Мы берем только воду. Да. Просыпаемся в 7 утра. В 8 выходим. Да, с 8:30 до 12:30 у нас вот такой график по поводу курса. Ну, я рада, что у нас меняется график, потому что мы. Вообще. Хотя, ну как меняется, все равно засыпаем поздно, часов в 2. Ой, я уже не могу, Аня. Что такое? Дышать. А, рука. Ладно, ребята, еще раз всех с первым днем весны. Да. Мы на связи, не теряемся, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Всем хорошего настроения. Да, ждем комментарии, пишите. Пока. Пока.